Итак, всем привет, с вами я, Павел Первый, и мы продолжаем проходить игру Мадагаскар. Это последняя серия, и в ней мы будем играть за Алекса, самая короткая для такого, и, по-моему, даже самая легкая. Хотя тут сложных глав нет, все легкие. В общем, давайте начнем. Я уже там купил последние аксессуары, точнее, последний. Так, смотрим ролик. Не могу поверить, что укусил Марти. Не знаю, что со мной случилось. И кто такие собачки? Фусы. Ну уже, ребята, разве мы не можем подружиться? У них численное превосходство. Эй, внизу! Пингвины! Мы принесли тебе гуманитарную помощь, друг. С этими картами силы твоя сила увеличится. Как вы так вверх ногами? Ладно, хаваем эти карты. Хорошие у вас спутники. Удачи. Мышки летучие. Будем охранять границы. Когти. Ух ты, когти. Проверим их в деле. Такая вот мощная способность Алекса. Надо все-таки его не покупать этот палец. Как-то он больше мешает, чем... Ну, в смысле, не видно особо так когтей, только одну лапу. И мы 20 жизней уже получили, ни разу не умерли. Это, конечно, хорошо. Давайте да быстрее посылайте эти фус. О, это чё, их главарь, что ли? Блин, ни хрена он прыгает. Старина, блин. Гроза джунглей. С этими дурианами. Фу! Поверить не могу. Он их ест. У них же отвратительный вкус. Офигеть. Дурианы ест. Как ты посмел их есть вообще? Так, как видим, я эти манго откладываю тут. Нам их надо подбирать и стрелять в этого. Держи витамины, Фуса. Ауч. Осторожней. А, я упал. Ауч. Так, сейчас мы его убьем. А, тупая птица. Все, убили его, да? Так, и последняя финальная битва. Отлично, выхода нет. Придется драться. Когти, не подведите меня. Да не подведут они тебя. Так, у нас кончилась манга. Хаваем все эти монеты. И туда. Так, осторожнее, он тут дурианами стреляет. Я здесь, царь. Пошел вон. Ты должен был сдохнуть, а тебя сбросил в пропасть. А, как раз не хватало. Устал, вождь. Я здесь, царь. Ауч. Так,
Давай-ка мы тебя в пропасть сбросим. Не хочешь, как хочешь. Но ты в любом случае умрешь скоро. Уже немного осталось, процентов 10-20. Кстати, когда нас повреждают, сбрасывают эти аптечки, можем спокойно восстановиться и здоровье. Хватит уже дышать этим говном. Долго будет он. Так, еще одна такая серия ударов или две, и он сдохнет. Ауч, зачем я туда пошел? Он ядовитый. Так, ну все, тебе конец. Так, умри. Теперь я царь. Вот так вот нах. Чё, сверху вода? Как она вообще не вылилась здесь? Магия Мадагаскара. Марти, что ты тут делаешь? Спасают тебя. Не похоже? Да, отличная работа. Я рад тебя увидеть, Марти. О, давай свяжем этого парня и отдадим пингвин. Они знают, как его обезвредить. Это что за крыса бежит? Великаны! Мы никогда не простим вас и ваши подвиги! Не забудем! Я так и сказал! Не простим. Я очень полюбила вас, малыши! И я. Моя иммунная система, кажется, начинает привыкать к микробам у вашей шерсти. Теперь, когда главный противник... Слезь с него, всё. Мой народ в поисках еды может отправиться на его земли. Объявляю начало подготовки к вечеринке! В честь приготовлений к вечеринке! В честь наших освободителей! Вечеринки, вечеринки. О, пингвины! Отличная работа, солдат! Да, спасибо за помощь! Я думал, вы отправились в Антарктику! Антарктика — одна большая ледышка! Я прибыли точно! Рад познакомиться, лемуры! Лемуры! Что ж, Моррис, все счастливы! Я снова спас ситуацию! Разумеется, ваше величество! Он спас ситуацию! Вот и все, мы прошли игру Мадагаскар в очередной раз. Это уже второй раз я прошел ее. Ну, на прошлом канале я делал прохождение по этой игре. Ну, сейчас я начну делать и по второй части тоже. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. С вами был я, Павел Первый. Мне игра тоже понравилась в целом. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. Ставим лайки, комментируем. Смотрим титры, всего хорошего и пока-пока-пока.